Бурак Озчивит и Фахрия Эвджен полюбили друг друга на съемках сериала «Королек, птичка, певчая». В 2017 году они поженились. 13 апреля 2019 года в американском госпитале в Стамбуле у супругов родился сын. Его назвали Карен. На днях супруги отпраздновали 3-летие своего сына. Фотографии с празднования дня рождения Карена были опубликованы во многих журналах. В соцсети фотографии и видео Карена получили рекордное количество лайков. Поклонники также хвалили простоту и искренность Фахрия Эвджен и Бурака Озчивита. Фахрия Эвджен поделилась фотографиями своего сына в Инстаграм и написала: «Ровно 3 года назад ты стал нашим весенним цветком, который расцвел внутри нас. Сын, ты принес нам аромат весны. С днем рождения, мой ангел!»